очень трудно поверить, что вот именно здесь, посреди всего этого великолепия, год назад, 14 июля, 31-летний Мохаммед Булель задавил своим грузовиком из 19 тонн 86 человек насмерть, и около 500 получили ранения. Сейчас вы видите, здесь народ отдыхает, а буквально уже через 10 дней на 2 дня променад перекроют. Все желающие смогут получить разукрашенные камешки, из которых будут выложены сообщения. Погибшим предполагается, что с неба они увидят вот эти вот сообщения для ангелов, как их здесь называют. Видите, здесь снизу от променада располагаются пляжи. И вот на одном из таких пляжей частных устраиваются летом сальса-вечеринки. И вот этот самый террорист был сальса-танцором и приходил, и танцевал здесь. И автор этого видео, вполне возможно, танцевала сальсу также с ним. Одна моя подружка вообще с этим товарищем ходила на свидание и рассказывала, что перестала это делать, потому что он вел себя как-то неадекватно. И даже как-то на этом самом грузовике ехал за ней, и она вынуждена была прятаться от него в киоске. А видите вот это вот здание с колоннами? Это называется Пале Медитеране, Средиземноморский дворец. Так вот, один другой друг шел вот по этому променаду в момент атаки и буквально сказал себе: о, заверну-ка я в Пале, возьму-ка я коктейль. И через буквально минуту после того, как он обернулся, он увидел, что несется грузовик и сметает на своем пути людей вот именно в том месте, где он только что стоял. Еще одна знакомая со своей дочкой шла именно по направлению движения грузовика здесь. И она понимала, что деваться некуда, толпа, прыгать некуда, и поэтому она просто схватила ребенка под себя и бросилась под грузовик. Невероятно, да, но обе остались живы. Это площадь Массены в самом центре Ниццы. И здесь 14 июля соберется, можете себе представить, более 20 тысяч человек. Для того, чтобы вспомнить печальные события прошлого года. Чего здесь только не будет. Здесь будут вертолеты, танки, армия в большом количестве, президент Франции, ведущие политики. Ну и, само собой, разумеющиеся семьи пострадавших, их друзья. Но, знаете, задаемся здесь вопросом, а кто будут все остальные люди в числе этих 20 тысяч? Потому что если вы будете говорить с обыкновенными французами, живущими на Лазурном берегу, то, знаете, особенно никто сюда не собирается. Во-первых, конечно, потому что люди опасаются за безопасность свою и безопасность своих детей. А во-вторых, люди спрашивают, зачем вообще делать из всего этого шоу? Потому что для тех, кто пострадал, это просто день молчаливой скорби. То есть местные французы просто говорят, что это все показуха и политические игры. Многие французы вообще собираются на эти два дня уехать из страны. Ну, здесь это сделать просто, потому что рядом Италия. В общем, дорогие соотечественники, я не советую вам пребывать на Лазурном берегу в период с вечера 13 июля по день 15 июля. Меры безопасности здесь будут приняты беспрецедентные. И, в общем, на каждом шагу вы будете видеть этих симпатичных ребят в военной форме. И вуаля, через 10 дней эта красивая жизнь на двое суток замрет в память о погибших и раненых. Специально из Ниццы, маэстро Думба.